Российские власти официально признали, что коррупция и бюрократия являются одной из причин, которые препятствуют росту национальной экономики. Также было признано, что рейдерские практики часто осуществляются с участием органов власти или отдельных должностных лиц, заинтересованных в получении контроля над бизнесом. Европейский Союз, Совет Европы при сотрудничестве с аппаратом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей создали совместный проект, который призван защитить бизнесменов от коррупционных практик. Семинар на эту тему прошел в Астрахани. Подробнее расскажет Наталья Чунина. В семинаре приняли участие представители аппарата федерального бизнес-омбудсмена, представители аппаратов региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, члены бизнес-ассоциаций, а также международные организации. Основная цель созданного проекта – это укрепление потенциала Института уполномоченных по защите прав предпринимателей в России, а также других органов, которые участвуют в защите прав бизнесменов от коррупционных практик. Очень важно, чтобы люди, которые с этим явлением борются, понимали, что это не шутки, что это все очень серьезно, что нужны определенные стратегии, нужно определенным образом себя вести, нужно очень вдумчиво, очень по-партнерски сотрудничать с правоохранительными органами, потому что какие бы вы ни занимали, так сказать, посты, у вас нет полномочий противодействовать коррупции. Вы можете ей препятствовать, или вы можете ее предупреждать, проводить профилактические мероприятия, вы можете сообщать о фактах коррупции, но противодействовать могут только правоохранительные органы. По словам Дины Крыловой, в будущем бизнес-омбудсмены, благодаря своим экспертным и аналитическим заключениям, помогут построить серьезную систему предупреждения коррупции. С помощью уполномоченным создали специальное пособие, которое должно стать практическим руководством для компаний по разработке антикоррупционной программы. Национальный координатор проекта также отметила, что россиянам есть чему поучиться у европейских коллег. В Европе, конечно, опыт борьбы с коррупцией очень большой. В значительной мере многим странам удалось это явление свести к самому минимуму. Хотя, конечно, искоренить коррупцию ни в одной стране еще не удалось, потому что всегда в любой стране есть определенный процент людей, которые не хотят, так сказать, быть законопослушными. Сам семинар растянется на несколько дней. По его итогам должны будут рассмотрены коллективные предпринимательские инициативы, а также данные рекомендации по совершенствованию ситуации в Российской Федерации. Наталья Чунина, Тимофей Кухарчук, новости РЕН-ТВ Астрахань.